Добрий вечір, дорогі телеглядачі та радіослухачі. В ефірі «Лот наживо», що на боці правди на вашому боці. Ми продовжуємо цей інформаційний день разом з вами. І вже традиційно о 20.00 стартує наш майже годинний гостьовий блок у прямому ефірі телеканалу «Лот» та «Радіо Пульс». Сьогодні його для вас проведуть Денис Смоляний і Олеся Вакуленко. Я напоминаю вам, що «Лот наживо» – це не тільки свіжі новини, актуальна інформація, але й платформа для живого діалогу. Звоніть нам в студію по номеру 050-210-0898 і пишіть на нашу страницу в Фейсбуке Life Lot Life. Задавайте интересующие вас вопросы, поднимайте тревожащие вас темы, придавайте гласности вашим проблемам, и, возможно, таким образом они смогут решиться. Ми вже, як анонсували, перші півгодини будемо говорити про Лисичанськ. У нас у студії Анатолій Рожков, громадський діяч. Анатолію, добрий вечір. Добрий вечір. Хотіла б розпочати з такої ініціативи. А в багатьох містах України громадськість, вона якось звертає увагу влади на ці проблеми, які є. В Лисичанську є проблеми з дорогами. А активісти в такий своєрідний спосіб вирішили звернути на це увагу. Зокрема, декілька днів тому з'явилися такі фото, де ями були просто обмальовані персонажами, такими мультиплікаційними, різноманітними. А для чого це було зроблено? І, в принципі, от, яка була мета і чому саме так? Ну, в Лисичанську, куди не глянь, одна проблема. А даний меседж, он был вызван прежде всего привлечением внимания общественности к той проблеме, которая есть в городе. Точнее, скажем так, общественность знает об этой проблеме, но дабы привлечь и интерес и заинтересовать людей своеобразной интригой, в городе появились мультипликационные персонажи-покемоны, целью которого... Зараз вот мы бачим... Да, цель которого фото. Была прежде всего показать о том, что у нас... есть определенные достопримечательности, это своеобразные рисунки на асфальте, и показать в большом количестве людям того, что у нас есть все-таки активные граждане, которые вот таким образом запечатлели эти, ну, такое состояние дорог. Да, это шуточный был вариант привлечения внимания, но в конечном итоге это было связано с тем, что в городе достаточно большое количество аварийных участков дороги, и на улице у нас уже начало апреля, Кабмин анонсировал всеукраинский ремонт дорог, а в Лисичанске до сегодняшнего дня официально ремонт дорог так и начался. Поэтому... А финансы какие-то взагалі были? Да, деньги выделили, бюджет уже выделил деньги на проведение мощного ремонта, выделил еще месяц назад, деньги эти есть, но город абсолютно никаким образом не продвигается в этом направлении. Уже насколько было времени, можно было сослаться на плохую погоду, там, на отсутствие денежных средств, но все это есть. Есть и солнечная погода, есть и финансы. Отсутствует желание, а точнее, наверное, не желание, а момент воздействия на городского голову и на город в ультимативном порядке. Вот на днях вышел сюжет ТРК «Акцент», где указано о том, что если не подпишете контракт с головой предприятия «Лях», то, соответственно, город не будет ремонтироваться дорогами. Нам это надоело, поэтому люди вышли с инициативой провести, не так, не провести, показать городу и людям о том, что громада может самостоятельно, без власти, проводить ремонтные работы. Если такая власть в городе есть, которая не может провести ремонтные работы, зачем такая власть нужна? Есть люди, люди вопросы эти могут самостоятельно решать. Наскільки, в принципі, це реально, люди просто зібралися, це треба знайти асфальт, знайти людей, які зможуть його покласти, знайти техніку, яка б змогла зробити це, ну, в принципі, якісно. В даній ситуації це зіграло особисті качества людей, які ізвели бажання провести такий флешмоб в місті. Я написав в страничці в Фейсбуці дану ініціативу, люди відкликнулись, і мої знайомі, і просто небезрозлічні громадяни. Кто высказал идею вот своеобразного отображения искусства на асфальте? Кто сказал примерные места, где людям достали эти ямы и на каких участках люди неоднократно разбивали свои машины? Я вспомнил о знакомом, с которым мы год назад познакомили, Вадим Любченко, который за грантовые денежные средства приобрел чудо-технику, которая нам помогла городе сделать ремонт.
Все мы собрали воедино, и вот у нас получился результат. Мы 80 квадратных метров в городе отремонтировали своими силами. Зараз, як обирали, в принципі, я так розумію, що не одна вулиця є проблемною, і не одна є яма, яку мали б залатати. В принципі, як обирали? Де глибша, де більше скарг, де люди живуть, які гроші давали? Ми в більшій степені, це був збір інформації серед знайомих, які говорили, що у нас там ями є, у нас ями, приїдьте, давайте у нас зробимо. Плани були у нас грандіозні, ми хотіли зробити точечно в 4 частях міста. Это центральная часть, район поликлиники, район торгового центра «Лимон» под мостом на Красной и микрорайон завода РТИ. Но столкнувшись с ремонтом возле больницы Титова, второе отделение данной больницы, мы поняли, что немножко мы пересчитали своими силами, потому что у нас весь запас асфальта, который был привезен для ремонта по всему городу, ушел именно на 4 ямы в этом городе. То есть около почти тонны асфальта ушло для того, чтобы сделать около 20 квадратных метров ямочного ремонта. Это 4 ямы, лишь 4 ямы? Это 4 ямы только было, да. Глубина ямы в среднем была в районе 10 сантиметров. То есть когда мы визуально осматривали, первично оценивали необходимость этого ремонта, посмотрели там, да, глубина есть, мы взяли подсыпочный материал, щебень, а когда начали вычищать, оно все глубже, глубже, глубже. Ну, в оконцовке получилось так, что первичные запасы у нас закончились очень быстро. Пришлось опять-таки уезжать и брать и асфальт дополнительно, и щебень подсыпать на другие части города. И времени ушло достаточно много, потому что мы рассчитывали, что где-то полчаса на одну яму. У нас ушло почти что 2 часа на 4 ямы возле больницы Титова. 8 квітня ви розпочали такий ремонт. Да. А як готувалися, скільки коштів збирали? Ну, була якась сума, яку ви так думали, що треба зібрати десь 10 тисяч? Ну, примерно ми просчитали наші можливості. Опять-таки, це в більшій степені була общественна ініціатива, общественне участие, в тому числі і людей, які допомагали нам провести ремонтні роботи. Вони в свій вихідний день согласились приїхати нам в город, показати ту технологію, якою вони обладають. Даний вид ремонтних робот в городі Сєвєродонецьку вже йде 2 тижні, наскільки я знаю. Качественно, быстро и продуктивно. Я приехал, ознакомился, что да, реально это все работает, это можно сделать. Почему не сделать это в городе Лещанске? Где-то за неделю до предполагаемых ремонтных работ дал объявление в Фейсбуке, люди откликнулись. Призыв был: принимайте участие физически, финансово, либо иным способом. Люди это сделали. Кто скинулся, кто 100 рублей, кто 1000 гривен дал в данной ситуации. Мы в совокупности смогли сделать то, что сделали. Все участки, которые планировали отремонтировали, или что-то еще осталось? Нет, у нас осталось весь город еще сделать. Планировалось сделать, как я говорил, 4 района, но мы только успели сделать за все это время, в принципе, центральную часть только. На Красную и на РТ не доехали, потому что ну, уж очень проблемно и доставить данную технику, и финансово затратно проводить ремонтные работы, потому что и асфальта, как бы запасов своих нет, и сами ремонтные работы, они имеют тоже определенный потенциал. То есть, если мы грубо там на 80 квадратных метров потратили там 1000 гривен, то в дальнейшая работа под мостом в районе содового завода, там, в принципе, ну, наверное, вся территория вокруг моста, она вся в дырах. То есть там, если садиться, то нужно там, наверное, неделю работать этим оборудованием, потому что они и глубокие, и объемные, и там проблема транспортной развязки. Поэтому и данная акция, я думаю, что она будет не последняя с учетом поддержки людей, потому что люди изначально не верили в то, что это можно сделать. 8 числа мы начали данную акцию, и было много людей, которые заинтересовались данной технологией и обменялись телефонами, связями. Мы в этот же день получили, ну, скажем так, 2 общественных заказа, и вот сегодня эти общественные заказы до конца были доведены. Это возле 14 школы в городе Лещанске и на улице Европейской 20 квадратов. Люди с улицы просто скинули деньгами, ребята приехали, произвели ремонт. Насколько дорогая такая техника и насколько вообще, ну, реализуемо купить ее, скажем, таким же образом, собрать у громады там путем, скажем так, каких-то волонтерских, активистских движений, собрать эти деньги и купить в своем городе такую же технику и делать дороги самостоятельно? Ну, я думаю, собирать деньги не нужно, они в городе есть. Если умудрились украсть 2 миллиона, то я думаю, что
потратить полмиллиона на такую аппаратуру вполне реально для города. С этой инициативой привлечения небюджетных денежных средств и новых технологий в город мы бились более года. Как только ребята зашли в городской совет, мы эту идею постоянно пытались продвинуть и вложить в уши нашему городскому совету. Но эта инициатива не поддерживала, не нашла никакой поддержки, и поэтому получилось так, что в городе Северодонецке данная идея на уровне грантовых денежных средств она реализовалась. Лещанск, к сожалению, только может деньги тратить путем похищения. В данной ситуации вот мы имеем такую проблему. Принципиальных денег не нужно. Сумма данного оборудования в районе там, 7-10 тысяч долларов, это 250-300 тысяч гривен. С учетом того, что на ямочный ремонт выделяются миллионы, то купив два таких аппарата, город круглый год может проводить данный ремонт. Не допускать до того, чтобы ямы были глубиной в полметра. То есть получилось какое-то повреждение дорожного покрытия, машина приехала, произвела ремонт. Водоканал, теплосеть сделали, разрыв асфальта, зарыли яму, положили асфальт, тут же его переработали, утрамбовали. То есть данный аппарат он не является технологическим для постоянного использования, но сезонно и точечный ремонт этот аппарат очень может делать. Он очень эффективный, и мы, в принципе, это показали, что даже можем делать и глубокие ямы тоже. Як на таку ініціативу відреагувала і міська влада, і комунальні підприємства? В принципі, за них їхню ж роботу роблять. Ну, в этой ситуации я был несколько удивлен, поскольку заблаговременно, в соответствии с действующим законодательством, я уведомил органы местного самоуправления и органы полиции о том, что данная акция будет проводиться. Принципиальной поддержки от городских властей не увидел, интереса тоже. Единственное, что получилась такая ситуация казусная, когда городской голова приехал в район торгового центра «Лимон», по своим делам увидел скопление людей, даже к ним не подошел. Наши активисты тоже поднялись в кафе в «Лимон», и он спросил, что происходит. Они говорят, ну вот ложат люди асфальт. Как ложат, я не знаю. Хотя дня за три до этого официальное письмо легло на стол в мэрию. Ну, сделайте, расскажете. Развернулся и ушел. То есть данная инициатива ему абсолютно неинтересна. Почему люди собираются? Люди были с плакатами, были дети. Не скажу, что там было достаточно большое количество людей, но люди стояли на перекрестке, чего-то ожидали, на асфальте есть какой-то рисунок, ну подойди, спроси, поинтересуйся. Ну, видимо, этому было неинтересно. Зараз, чи є якісь, в принципі, гарантії? Буває іноді так, коли, особливо, коли роблять ямковий ремонт, поруч з начебто відремонтованою ділянкою з'являється нова яма, іноді ще більше, ніж та, яку залатали. А в принципі, якщо робить там от комунальне якесь підприємство чи якась підрядна фірма, то там зазвичай в контракті прописано там гарантійний термін, якийсь там 2-3 роки. Не завжди, в принципі, працює потім ремонт цієї дороги, але такий термін є. Коли робиться от такий ремонт просто активістами, людьми, які просто вийшли, зібралися і зробили, як це перевірити, як проконтролювати якість? В даній ситуації, навіть з учетом общественної ініціативи, общественних робот, тот человек, который нам помогал в проведении данных ремонтов, дал нам гарантию на один год с момента проведения данных работ. И пообещал, есть официальное письмо, я выложил данное письмо у себя на страничке в Фейсбуке, о том, что он дает гарантию на год гарантийного обслуживания тех работ, которые он выполнил. Мы указали места, где производились ремонтные работы и площадь проведенных работ. Поскольку он является субъектом хозяйственной деятельности, он заинтересован в имидже, поддержке имиджа своей работы, я думаю, что свое слово он сдержит. В свою же очередь, те ремонтные работы, которые делает Лещанский Дорстрой, при условии трехразового периода увеличенного гарантийного ремонта, то есть 3 года, качество работ, которые делают они, вообще не соотносится ни с каким понятием ремонтных работ. В том году, ноябрь месяц, был проведен капитальный ремонт по улице 9 мая. Выезжали мы на это место и удивились о том, что капитальный ремонт дорожного покрытия, который должен иметь высоту асфальта 4 сантиметра, имеет толщину асфальта меньше пальца. И на сегодняшний момент положили большой слой асфальта, и там уже ямы. Вернее, слой асфальта уже сошел. Пока мы с активистами смотрели участок дороги, приходит мужчина и говорит, а знаете, как его ложили?
Он уже был остывший, его просто выкинули, разровняли, проехали трактором, ну, укладчиком, все, и развернулись, уехали. То есть основное требование асфальтному покрытию при его укладке – это соблюдение температурного режима и качество тех ингредиентов, которые находятся в составе его. То есть, исходя из того, что мы имеем на 9 мая, там нет ни температурного режима, ни технологии, ни качества, ничего. Мы имеем опять дыры новые, которые, в свою очередь, данное предприятие будет ремонтировать по гарантии, опять-таки, за счет местного бюджета. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам про те, що ми працюємо у прямому ефірі, тож у будь-який момент ви також можете долучитися до наших обговорень. Телефонуйте до нас у студію за номером 050-210-08-98 або залишайте свої коментарі, свої запитання на нашій сторінці у Facebook Live Lot Live. Нагадаю, що у нас у студії Анатолій Рожков, громадський діяч. Также говоря о дорогах, знаем, что вы лично с Александром Кобзарем были в прокуратуре по также дорожным делам. Расскажите, как это было, в чем суть, скажем так, дела и какой итог? Суть та же, это некачественное выполнение работ, это надоевшие ямы на дорогах и невозможность привлечения внимания органа местного самоуправления к тому, чтобы можно было влиять на наш Дорстрой, чтобы эти дороги делались качественным образом. Мы составили письмо, обратились в городскую прокуратуру, пришли на прием к городскому прокурору, предоставили все имеющиеся у нас документы, и на следующий день было открыто уголовное производство. На днях получил официальное письмо, которое подтверждает факт открытия уголовного производства и направление материалов для дальнейшего расследования в городской отдел полиции. Было открыто уголовное производство по служебной халатности. На сегодняшний момент материал расследуется. Думаю, что в скором времени получим определенный результат. Опять-таки, исходя из того, что мы взяли за основу участок дорожного покрытия на 9 мая, то есть там даже невооруженным взглядом видно о том, что это не ремонтные работы, а так разбрасывание асфальта и закапывание денег в асфальт. А ви якось докладали докази, якісь там от покази, свідка того, що може сказати про те, що як це робили? Був предоставлений і фотодокументи, документи первичні о проведенні ремонтних робот, заключені договори, гарантійні обов'язки. Все це ми предоставили, даним матеріалом, що, собственно, і послужило толчком для возбуждення уголовного производства. Зараз, коли ви чекаєте все ж таки перших результатів, хоч якихось? В течение місяця. Я думаю, що в течение місяця у нас вже буде первичные документы, думаю, что допросят всех инициаторов данного заявления, участников и фигурантов данного уголовного производства, пройдут определенные экспертизы или, по крайней мере, назначат их проведение. Ну и по результатам данных экспертиз, думаю, что будет уже сделан определенный вывод. Ну а тем не менее, каких результатов вы ждете? Вы ждете увольнения ответственных за это людей или вы ждете полноценного, скажем так, повторного ремонта или чего вы ожидаете? Мы ожидаем того, что люди, которые допустили данное состояние ситуации в городе, начнут задумываться о том, что не все так просто в этом городе. И люди уже не те, которые были год назад. У них есть желание и у них уже есть возможность доказать власти о том, что хватит заниматься воровством денег, пора заниматься городом. Если данная ситуация не будет исправлена, то люди начнут, возможно, применять какой-то иной способ воздействия на власть, но механизм воздействия на власть через правоохранительные органы, я думаю, достаточно эффективный метод воздействия, потому что иметь судимость в данной ситуации никому не хочется. Даже пускай это будет назначенный человек, как с нашим КАМАЗом, КРАЗом, который купил город. Но в любом случае люди должны задумываться о том, что если не делать качественно, хорошо и быстро, то будет определенная ответственность, в том числе и юридическая. Зараз ви збираєтеся продовжувати, можливо, нові вулиці, нові ремонти, чи, можливо, нові малюнки для того, щоб привернути увагу? Да, дану акцію ми будемо продовжувати. Вона буде мати, скажімо так, два етапи. Первичний етап – ми предоставимо городу дане гарантійне письмо і офіційно попросимо город в кратчайшие сроки начать ремонтные работы в городе. Быстро и эффективно это сделать. Если этого сделано не будет, тогда у нас будет план Б. То, что люди хотят сделать, донести эту информацию непосредственно первым руководителям. Из уст в уста.
чтобы люди видели глаза людей, которые бьют свои машины, которые тратят свои деньги на содержание этой власти, чтобы власть понимала, что если сделано для людей, ничего не будет, то люди придут и, как бы мягко сказать, покажут, каким образом им необходимо работать. Зараз також ви якось є якийсь план дорожніх робіт в Лисичанську? От, в принципі, за бюджетом, які вулиці мають відремонтувати? Не буде таке, що вулиця, яка мала б вже гроші виділені на неї, а активісти її вже самі відремонтували? Ну, так ми, мабуть, і зробили, оскільки виділена сума грошей для ямочного ремонту около мільйона гривень. Это, скорее всего, будут центральные улицы, поскольку прямого плана и проекта не предусматривается. Деньги распределяются поулично. Это будут Сосюры, проспект Победы, Первомайская. Ну, центральные улицы города, которые в основном связывают районы. Да, однозначно, что эти ямы должны были быть отремонтированы за бюджетные средства, но я думаю, что теперь за бюджетные средства сделать немножко больше дорожного покрытия. Обов'язково повернемося до цієї теми. В нас є дзвінок. Добрий вечір. Назвіться, звідки ви телефонуєте і ставте своє запитання. Я телефоную з Луганщини. Меня волнует вот один вопрос. Мы жили мирно, братья. Проработала 40 лет на предприятии. А пенсию нам украинцы не платят, Петр Алексеевич Порошенко. Почему? Как быть нам людям, которые мы сидим на копейках? На Луганщине. Луганщине где именно? Можете город сказать? Город Краснодар. Ви не переоформлювали пенсії тут, на території підконтрольній Україні? Тобто виплат вас взагалі ніяких немає? Немає, ні. Я була в мене пенсія в Марківці. От, я отримала 1400. А от в апрелі місяці мені сказали, що ви там не живете, ви не прописані, там пенсії вам немає. І це ж не має значення. Там я живу, не там. Якщо положено, так чому не платити їм? Скажіть, будь ласка. Ну, я думаю, що це запитання ми переадресуємо. Ну, в принципі, за законом, який зараз проходить верифікація, і всі внутрішньопереміщені особи, пенсіонери, вони мають підтвердити, що вони дійсно проживають на території підконтрольній Україні, і тільки тоді всі виплати, в тому числі і пенсії, їм будуть відновлені. Ну, а ми повертаємося к Лисичанську. Все-таки, по вашему мнению, насколько возможно то, что сейчас власть отреагирует на подобные мероприятия, на подобные проводимые жителями города, самими жителями, активистами города, и все-таки, скажем так, если не начнет полноценно ремонтировать дороги, то хотя бы способствовать активистам? Я сомневаюсь, к сожалению, своему, и о том, что власть сможет опять-таки в очередной раз на нашу инициативу положительно отреагировать. Но тот пример, который показали люди громаде, в очередной раз подталкивает власть к нормальному конструктивному диалогу. К взаимодействию власти и громады решать совместно проблемы. Власть оградилась принципиальным барьером от людей, потому что ихняя повышенная активность добавляет работы органам местного самоуправления. Зараз люди більш активні. От вже 8-го числа була перша така акція, люди побачили, що це діє, люди виходять, люди латають ями, більше стали долучатися, писати, казати про те, що от в цьому районі також є проблеми, ми готові якось там дати фінанси, а ви відремонтуйте. Данная активность не только появилась в апреле месяце, мы в феврале месяце делали то же самое флешмоб, своеобразный субботник. После двухнедельного отсутствия уборки льда и посыпки ледяных покрытий в городе Лисичанске, люди сами вышли и занимались посыпкой опасных мест посыпочным материалом. Как только информация появилась в сети, за два дня весь город Лисичанск был забросан песком. Та же самая ситуация и здесь. Если люди видят эффективность людей, ну, громады, люди положительно отзываются по этому поводу,
И если в первый раз по субботнику, когда мы засыпали лед песком и посыпочным материалом, они относились к этому скептически, то на второй призыв произвести ремонт дорожного покрытия, они уже отзывались определенным интересом. А как вы это будете делать? Тоже будете посыпать песком и сами это будете делать? Нет, мы бы доказали о возможности привлечения новых технологий и возможности совместно взаимодействовать и производить ремонтные работы. При этом повторюсь о том, что непосредственно сами люди вызывались и указывали на те места, где необходимо произвести ремонтные работы. В субботу мы начинали на Балинститова, а сегодня уже за счет тех же самых инициатив улицы Европейской сделали 20 квадратных метров ремонта дороги, там траншея была и яма была с отсутствующим асфальтом. Люди попросили приехать, скинули деньгами, сделали дорогу. И эта тенденция, эта инициатива, я думаю, она уже будет иметь определенную поддержку среди населения. Они уже понимают, кто может сделать, как могут сделать, в какие сроки. И что для этого необходимо не просто ждать у моря погоды, а просто нужно либо поднять телефон, либо найти знакомого, который это может сделать. Да, к сожалению, мы берем на себя функции органа местного самоуправления, но в этой ситуации хочешь сделать хорошо, сделай это сам. А в нас вже є ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір, назвіться, звідки ви телефонуєте і ставте своє запитання. Здравствуйте. Лисичан. Улиця СПД. Знаєте, от не живу, я Анатолій Довган знати. У нас не тільки автодор робить ямочний ремонт, але й водоканал робить ямочний ремонт своїх колонок. І, наверное, плини, ями в полумісті, никто ничего. Повторите улицу, пожалуйста, плохо слышно вас было. Пенка. Спасибо за звонок. Анатолий, вы зрозумели, про что я думала? Ну, я обрывочно понял о том, что якобы водоканал делать ямочный ремонт. Не только автодор, а еще и водоканал. Да. Водоканал по закону должен восстанавливать дорожное покрытие, то, которое им было нарушено в результате проведения ремонтных работ по ремонту водогонов. Поэтому это предусмотрено законом, это прямая обязанность предприятия, которое нарушило дорожное покрытие, его восстановить в кратчайшие сроки. Это не только водоканал должен делать, и должен и ЖЭК делать, и теплосеть должна делать. Поэтому здесь нового ничего нет. Единственное, в чем сложность, что не каждая организация занимается ремонтом дорожного покрытия. Они сначала разроют, оставят, а потом уже, когда идет общие ремонтные работы дорстроем, данный участок включается в ремонтные работы. Явный пример тому у нас перекресток Сикорского, проспект Победы, возле Ощадбанка, где люди попадают и разбивают машины. Уже месяца, наверное, три эта дырка, так она и остается, и подсыпает, она все проваливается и проваливается. И таких примеров можно по городу предоставить очень много, в том числе и коллектор на РТИ, коллектор на улице Сикорского, возле Оползня. Эти места существуют, к сожалению. Почему эти участки дорог никто не делает? Ну, надо будет спросить. Зараз, чи плануєте ви якось розширюватися? Є один фронт робот наразі – це дорога. Чи є ще перспективи, хочете ще до чогось долучитися? Ще є проблеми, які можете ви вирішити от, власними силами? Я хотів би напомнити, що дана ініціатива, вона родилась не для того, щоб производити ремонтні роботи і щось за кого-то робити. Данная акция у нас возникла по гражданской инициативе «Штаб спасения Лисичанска». И основной посыл был показать людям возможность самостоятельно решать свои проблемы, не дожидаясь помощи от кого-то. Пробудить их гражданскую активность, чтобы люди осознавали о том, что объединившись, они могут решить любые вопросы, которые перед ними стоят. И я думаю, что в рамках этого мы добились этих целей, прежде всего, люди начали самостоятельно задумываться и решать свои вопросы. Они начинают объединяться в группы и начинают искать пути решения этих проблем. Кто ремонтом своего двора, кто ремонтом дорожного покрытия, кто просто объединяется в определенные группы и в общественные организации, клуб по интересам. Вот это основная была цель. Наши дальнейшие планы – это продолжать объединять людей в отношении
для решения их вопросов, чтобы они понимали, как это можно сделать, кому обратиться, с кем пойти, кого заставить это сделать, чтобы человек самостоятельно понимал не только свои обязанности платить налоги, а еще и требовать выполнения тех работ, которые город обязан осуществлять для его нормального жизнедеятельности. Ну, будемо слідкувати і за подальшими ініціативами, і вже за результатом, який буде. Бачимо, що перші ями вже залатані. Дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Спасибо вам. Я нагадаю, що ми спілкувалися з громадським діячем. Анатолій Рожков був у нас в студії.